Группа компаний SPICOM – это единственный в крае производитель портальных машин термической резки металла с ЧПУ и единственный производитель профессиональной техники для механической прочистки трубопроводов в России. Вся продукция разрабатывается собственным конструкторским отделом компании. Большинство комплектующих, используемых в производстве, собственного изготовления. За 13 лет работы клиентская база компании SPICOM насчитывает более 10 тысяч предприятий Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Опыт наших сотрудников довольно серьезный. Машина постоянно модернизируется. Мы прислушаемся к мнению клиентов, которые у нас уже приобрели машины и используют их. Мы постоянно с ними общаемся и вносим какие-то изменения. Группа компаний SPICOM – это не только производство, но и продажи промышленного оборудования ведущих мировых производителей. Компания является дилером порядка 80 заводов и дистрибьюторов различной импортной техники в Россию.